А перед просмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать офигенную группу ВКонтакте GoCS Pro. Это игра по игре CSGO. Как вы уже поняли, в данный момент в этой группе проходит конкурс на один АК-47 Вулкан, АВП Азимов и также М-ку Сайрекс. Результаты конкурса будут объявлены 10 октября, то есть в эту субботу. Все, что вам нужно, это просто-напросто вступить в эту группу и также сделать репост этой записи. И у вас будет возможность выиграть одну с этих трех крутых пушек. Ссылочка на эту группу в описании. Заходите, вступайте и также участвуйте в розыгрыше. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию нашего шестого сезона с модом Пиксельмон. И перед тем, как продолжить наше путешествие, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. Ну что, ребята, в первую очередь, вот прямо сейчас, перед тем, как вообще что-то начать, ребята, я хотел вам сказать, что сегодня в 5 часов вечера, то есть 5 часов по Москве, выйдет еще одна следующая серия. Я вот думаю, может, у меня расписание такое будет, как сейчас, например, вот первая серия выходит, допустим, если будет 2 видео в день, первое видео выходит в 12 часов по Москве, как сейчас вот это видео Пиксельмона вышло. А второе видео будет выходить ближе к вечеру, чтобы когда уже все со школы, работы пришли и просто уселись, посмотрели. Следующее видео сегодня выйдет в 5 часов по Москве. То есть разница 5 часов. Поэтому, ребята, еще никуда не уходите, а приготовьте попкорн, потому что сегодня мы будем играть с Феромиром, но это будет немного позже. Да, ребята, а перед этим, как обычно, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь если мы на этой серии наберем 1000 лайков, то я вам даю свое слово, то что завтра выйдет следующая серия. Вы знаете, то, что если мы лайки наберем, то на следующий день выходит следующая серия. Если мы лайки набрали, а серия почему-то не вышла, как вы уже знаете правила нашей игры, вы будете иметь полное право написать мне ВКонтакте, чтобы я вас добавил в друзья, сделал вам подарок какой-то и также расписался у вас на стенке. Поэтому, ребят, давайте посмотрим, кто кого. Или вы меня, или я вас. Или вы лайки наберете, а серия не выйдет, я вам буду должен подарки или что-то другое, да. Но все же, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайки. Также не забываем оставлять комментарии, я отвечаю на вопросы своих подписчиков. Кто не верит, может попробовать написать какой-то комментарий, увидеть то, что я на него отвечу. И последнее, не забываем подписываться на мой канал, я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому я бы тебя хотел попросить подписаться, я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, сейчас, в принципе, будем продолжать. Будем смотреть, что бы нам делать в данной серии. Знаете что, ребята, вот я сейчас выложил по черису, мне кажется, мы ее даже... Ну, ребятушечки, я думаю, то, что все-таки несколько серий нужно отдохнуть от по черису, потому что, ну, честное слово, она меня уже, если честно, немного заколебала. Это все, конечно, круто, там, по черису, бла-бла-бла-бла-бла, но, честно, она меня уже немного, прям заколебала очень, то есть, сколько мы с ней уже бегали, серий 20, если даже не больше, она крутая, да, с ее помощью там выпадают вещи, но я думаю, что многие со мной согласятся, то, что хотя бы немного, да, нужно от нее отдохнуть, потому что, заколебала она, честное слово. А тут, может, мне кажется, даже крутенький скриншотик получится, ребята. А что это там? 215 метров. А хрен его знает. Наверное, все-таки Extreme Hills. Нет, не Extreme Hills. Значит, Бишарпы, Забдос, Desert M и Celebi. Вот так. Опа. Опа, скриншотик. В принципе, ребята, давайте быстренько мы потопаем домой. Я хочу просто посмотреть, кого мы словили. Кого можно выложить, кого можно будет взять. А кто у нас есть? Мы словили Шайни Хундума. Хундума, у нас есть Типик, у нас есть Тропиус, у нас есть Сивайпер, мы словили еще Мачопа, Ларвесту и Шайни Сивадла. Шайни Сивадл вроде даже очень крутой, поэтому мы возьмем этих, ребята, покемонов, мы их возьмем. Но мы их возьмем немного... так, мы их возьмем немного позже, да, то есть сейчас, смотрите, в первую очередь нам нужно прокачать Рампардоса, да, то есть Рампардоса, я не знаю, как правильно там, как только мы его прокачаем к 50 уровню, мы его сразу же выкладываем в компьютер. Как только мы прокачаем к 50 уровню Шайни Драпиона, это наш вообще первый Шайни покемон в этом сезоне, кто не знает, кто не помнит, я его словил вне серии, к сожалению, я его нашел и словил вне серии.
Но все же это первый наш шайни покемон. Как только мы тоже его прокачаем, мы сразу же его выложим. Да, ребята, потому что, ну, нужно. Нужно, согласитесь, то, что нужно. Потому что если мы будем качаться и просто ничего другого не делать, и будем качаться только с помощью одного-двух покемонов, согласитесь, что это очень быстро потеряет свой интерес. Поэтому, если мы будем делать разнообразие, качаться с помощью многих покемонов, да, то бить разными атаками, то, мне кажется, это намного будет интересней. Мы, наверное, ребята, так и будем и делать. Мы там вроде... А чё я прыгал? Мне казалось, или я только... Вот только что весь бой я почему-то прыгал. Фиг его знает, может, мне показалось. Может лаг какой-то был. Ладно. Сейчас мы Магмара. Магмар, в принципе, нас должен зафигачить очень даже быстро, потому что он все-таки огненный против жука. Мне кажется, он нас зажарит, будет прям какой-то кузнечик на гриле, да? Вот это можно. Вот, замечательно. Рампардос 36-й, Драпион 45-й. Драпиону, ребята, еще 8 уровней. Если мы хорошенько постараемся в этой серии, то до конца этой серии он уже даже может быть прокачанным. Ребята, а напишите, пожалуйста, вот давайте в этой серии, вот прямо сейчас, пока мы еще качаем Драпиона, напишите, кого вы хотите видеть следующим покемоном вместо Драпиона, да? То есть, как только мы выложим Драпиона, кого нам взять? Вот сейчас я спрашиваю, кого нам, ребята, взять? Может нам взять, допустим, я не знаю, может нам Ларвесту взять? Может нам Шайни Сивадла взять, потому что он, по сути, тоже очень даже крутой. Может нам, я не знаю, кто там у нас еще есть крутой. Да, в принципе, много покемонов у нас там есть. Мы, в принципе, всех можем взять. Поэтому я не знаю. А знаете что, ребята, давайте сразу два опроса. Сразу два опроса по сразу двум поводам. Вот сейчас, когда мы докачаем Драпиона, мы его выложим. Это первый опрос, я еще раз повторюсь, кого нам взять вместо Драпиона. То есть, какого следующего покемона нам взять вместо Драпиона? Я не знаю, как я уже сказал, может там... я не знаю, честно. Может ту же Ларвесту, да, или может Шайни Хундума. Это первый опрос. Какой второй опрос? Ребята, мы же вот сейчас... Я же немного все-таки выложил по черису, я уже говорил об этом пару минут назад, то, что она уже немного заколебала, если честно. Кого нам взять следующим капитаном вместо по черису? Ребята, кого вы хотите видеть? Мне кажется, отличной идеей будет, допустим, может Лукарио, то есть он 46 уровень, может мы его продержим каком-то, я не знаю, мы его, может, докачаем какому-то 60-70 уровню, и только после этого мы его выложим. Может быть, может быть. И, например, взять того же Шайни Хундума, да, потому что, офигеть, как он мне, честное слово, ребята, он мне так сильно нравится. Вот именно вот этот покемон Хундум, он мне нереально нравится. А что говорить о Шайни Хундуме, это вообще офигеть. Я не знаю, все-таки он у нас будет капитаном, да, но я не знаю, какой по счету, то ли сейчас, то ли следующий, посмотрим. Посмотрим. Ребят, нам стоит, а почему я качаюсь в пустыне, то есть тут что-то нормальное, мы только... На магмарах качаемся. Может нам в зимний биом пойти? Мы уже вроде в зимнем биоме не были. А хотя, может, я тут просто нахожусь с надеждой то, что все-таки вылезет когда-то Гроудоша. Может, я, наверное, только поэтому тут нахожусь. Наверное, все-таки оно так и есть. Потому что я хочу Гроудона, ребята. Честное слово, я бы был бы очень рад, если бы наш следующий 36 уровень. Ну, давайте попробуем. Если бы наша следующая легенда был... Легендой был Гроудон, да, это было бы вообще офигенно. Но, в принципе, чтобы выполнить цели в этом сезоне, нам нужно словить еще как минимум двух легенд. Потому что, кто не помнит, в этом сезоне, чтобы закончить этот сезон, нам нужно словить минимум 150 покемонов, минимум 10 шайни и минимум, ребята, минимум 5 легенд. Три легенды у нас уже есть, поэтому нам еще остались еще две легенды. А вот кто это будет, я не представляю. 46 уровень. Поэтому я, наверное, вот сейчас тут и тусуюсь. Если бы не Гроудон, я бы, наверное, сейчас в каком-то зимнем биоме был, да, потому что там охренеть. Какой жоп? Дайте, я убегу. Где? Какой нахрен сад...
Где? Где Sunflower Plains? Вот. Лети, паскуда жирная, гамбургеров объелся. Ребята, смотрите, он завис. Лети, лети, жопа жирная. Если я упущу Райквазу... Это же Райкваза. Это же должна быть Райкваза. Sunflower Plains. Где ты, паскудина? А, не дай бог, чтобы я упустил Райквазу. Где? Мать твою, ну почему не Гроудон заспанился? Почему конч... Я не про то, что конченая Райкваза, я про то, что она заспанилась где-то в жопе, а я не представляю, где вообще. Мы находились посередине пустыни, она заспанилась в Sunflower Plains. Ребят, я не знаю, что нам сейчас делать. Мастербол у нас есть, мы ее бы словили запросто. Я не представляю, где она. Ребят, я не представляю, где она. Какую жопу нафиг? Какая в жопу нафиг Sunflower Plains? Пожалуйста, скажите, что она не пропадет. Я вас очень сильно прошу. Ребят, вы себе не представляете, что я сейчас... Я не знаю, что нам делать. Пожалуйста. Ребят, помогите мне. Райкваза. Ну какой... Ну... Ладно, если бы у нас был... Охренеть. Я бы ничего против не имел, если бы у нас был покерадар. Но на эту версию покерадара не существует. Твою мать. Твою мать. Вот Sunflower Plains. Только она, паскуда, уже улетела где-то за 35 километров отсюда. Ребят, я включу день, я прошу прощения, я, может, немного почитерю, но я, не, в принципе, я не могу сказать, что это читерство. Значит, это еще нахрен не так-то просто будет, даже если легенда заспавится, то... Ребят, это была бы четвертая легенда. Это была бы четвертая легенда, если бы мы ее сейчас нашли. И нам бы осталась только еще одна легенда, я бы ее словил. И после мастербол мы бы, в принципе, очень быстро даже добыли. Я бы ее словил, и цель с легендами была бы выполнена. Это могла быть четвертая легенда. Я не представляю, где она, твою мать, заспавнилась. Печаль. Печаль, обида. Вот тут Sunflower Plains, если даже посмотреть на карту, Sunflower Plains. Но она же тварюга, она же не стоит на месте, как тот же Гроудон. Она когда спавнится, она нафиг сразу же убегает, как какой-то шумахер. Она просто летит в любом направлении, и то, что ее нужно просто догонять. А мы нашли то место, где она могла бы заспавниться только через какое-то время. А за это время она уже просто-напросто могла куда-то улететь. Твою мать, и конченый. Чтобы вы нахрен, эти разработчики покерадара, которые не создали покерадар на эту версию, вашу фуражку за ногу. Если бы был покерадар на эту версию, мы бы сейчас ловили Райквазу. Это была бы... Райкваза, твою мать! Легендарный покемон заспавнился в Sunflower Plains. Охренеть! Райкваза даже не спавнилась в предыдущем сезоне, потому что у нее, я не знаю, она, может, какая-то забаганная была. Я когда был в бою, я увидел только половину надписи, что легендарный где-то заспавнился. Я сразу же обрадовался, что это Гроудон. Потому что нахрен, мы были в центре пустыни, какая в жопу Райкваза, которая находится за 300 километров от нас, заспавнилась. Да ты чукча издеваешься, нахрен. Ребят, я не знаю. Твою мать. Да все. Ребят, это не моя вина, честное слово. Был бы покерадар, мы бы словили 100%. Был бы покерадар, мы бы увидели Райквазу, где она заспавнилась, где она находится, мы бы ее словили 100%.
Но, к сожалению, день рождения только раз в году. Вот именно, раз в год нафиг заспавнится эта Райкваза. В предыдущем сезоне она не спавнилась. Там был какой-то баг, что она не заспавнилась. Мы ее ловили с помощью гейммода. Потому что все-таки нам не хватало только Райкваза, мы ее заспавнили с помощью гейммода. В этом сезоне она сама по себе заспавнилась. Ну, во-первых, был бы покерадар, мы бы ее словили 1000000%, и у нас бы была Райкваза. Во-вторых, был бы нахрен нормальный спаун, это было бы еще намного лучше. В каком смысле я говорю нормальный спаун? Мы находились в центре пустыни. Мы были в пустыне. Главное, мы находились в центре пустыни. И конченый Грудон, который спавнится в центре пустыни, не заспавнился. Хоть мы были... Как это вообще все нахрен работает? Мы находимся в центре пустыни, в том биоме, где спавнится Грудон. Грудон не спавнится. Зато спавнится тот покемон, который находится за 1000 блоков от нас, в том биоме, где мы даже не... В том биоме, где мы даже не находимся. Как это вообще нахрен сделано? Я не представляю. Ребят, это печаль. Твою нафиг. Я прям сейчас вообще расстроен. Если честно, вообще сейчас даже не имею желания ни хрена делать. Твою мать. Мы ее уже не найдем 100%. Хоть и летал, это единственный Sunflower Plains, который сейчас тут вокруг нас существует. Это единственный Sunflower Plains. Больше нету никакого. Мы находились вообще... Вообще в пустыне, это вообще мне повезло, что я бы хотя бы этот биом нашел, где заспавнилась Райкваза. А то, что вообще найти Райкваза, это вообще, наверное, уже нереально. Ладно, короче, ребята, давайте не будем расстраиваться, похрен эту Райквазу, если нам было суждено то, что мы ее сейчас не смогли найти, значит, мы ее еще раз постараемся заспавнить, значит, мы ее в следующий раз постараемся найти. Если это, конечно, мы не будем в Sunflower Plains, а где-то за 35 тысяч блоков в джунглях заспавнится Мью. Вот это хреново нафиг. Что такое спавн кривой, твою мать. Помимо того, чтобы вы резали спавн легенд каждую новую версию, уменьшали его где-то в 10 раз, что легенды вообще ни хрена не спавнятся. Да помимо этого вы бы лучше сделали, чтобы нормальный спавн был, чтобы легенды спавнились там, где ты находишься, а не за 35, хрен его знает, там, 1000 блоков, а тебя заспавнилась легенда. Ну я образно, конечно. Но... Ладно, ребят, давайте все забудем. Я просто, чем больше я погружаюсь в это дерьмо, с этим легендарным покемоном, тем больше я загружаюсь, тем больше я вас загружаю. Просто-напросто забудем, да и все. Не словили, не словили, значит, так нужно было. Если мы сейчас не словили Райквазу, значит, вот сейчас мы... Не знаю, пойдем, сейчас мы пойдем, я не знаю, где тут у нас пустыня есть, Desert Big Fall, вот допустим, где у нас пустыня есть. Если так было суждено, значит мы сейчас сюда пойдем в пустыню, и через 30 секунд у нас заспавнится Грудон. Значит нам так было нужно суждено, так, значит нам так было суждено, то что мы не заспавнили, мы не нашли, все-таки. Мать, а. Значит, мы не нашли Райквазу, значит, так нужно было, ребята. Все, если что-то делается, все делается, потому что так нужно было, да, как судьба, можно сказать. Поэтому, мне кажется, если все-таки не заспавнилась Райкваза, то... Самое главное, ребята, кто помнит, в каждом сезоне, в каждом, от первого сезона до сейчас, кто помнит, в каждом сезоне была такая хрень. Какая хрень? 50-60 серий подряд у нас не спавнилась ни одна легенда. Ни одна. Ну, просто-напросто не было ни одного спавна легенды. После того, как... Почему-то когда-то одна легенда заспавнится, все-таки пробьет ее вот этот толкан, и она в одну секунду заспавнится, потому что все... Время настало, спавнится легенда. Спустя 60 серий без спавна легенда взяла и заспавнилась. Как только она это сделала, после этого просто-напросто сыпется град с этих легенд. То есть, я не знаю, как будто одна легенда, знаете, ребята, она активирует спам других легенд. Я вам, честное слово, ребят, я вам прям правду говорю. В каждом сезоне была такая же хрень.
40-50 серий подряд не было никакого спавна легенд. Прям никакого спавна легенд. Я тоже так же бесился, как и сейчас. То есть вообще спавна не было. Потом в один прекрасный момент взялась и заспавнилась какая-то легенда. Да, в один момент все-таки спавн появился, да. И потом не так же, как было до этого, опять 60 серий не было спавна легенд, и потом опять через 60 серий появился еще один спавн легенд. Нет. Вот когда вот этот промежуток, как бы вот эта нить прервалась, то что легенд нету, и первая легенда заспавнилась, после этого начинается спавн легенд, как будто какой-то сумасшедший. Как будто, вот знаете, та крышечка, как джин, знаете, там сдерживает, когда крышечка чуть-чуть приоткрылась, вылетела первая легенда. Крышечка взорвалась, и все легенды полетели наружу. Это не босс случайно, или это не шайни случайно? Я просто, когда рассказывал, заметил... Вот. Это... Ох! Если мы не словили Райквазу, значит, мы словим шайни Трапипинча. Трапипинча. Конечно, ну... Конечно, нету такого обмена Райкваза на шайни Трапипинча, но все же. Хоть Трапипинч... чем Райкваза. Хоть Трапипинч, чем вообще ничего, да, то есть, ну, как можно сказать, утешительный приз, да, в жопу бы себе. Ладно, ребята, давайте, в принципе, еще раз попытаемся словить. Я не отпущу этого Трапипинча, то есть, если он заспавился, значит, он должен был заспавиться. Давайте, я его ударил случайно? Нет, я его хотел словить. Вот, левел бол, давайте. Джиодуд, я понимаю, тебе там задницу насолили, ты прям не терпишься вступить с нами в бой, но дай-ка я словлю хотя бы Трапипинча. Вот. А сейчас я тебе жопу надеру твою нетерпеливую, хорошо? Хорошенько подумал? Вот замечательно, молодец, молодчина, ребята, молодчина. Ладно, сейчас твое время, Грудон, настало твое время. Нет, Целеби, ребят, это 100% должна быть сейчас Целеби. Это такая хрень, как я сейчас, ребята, вам уже сказал. Нам нужно просто-напросто немного полетать. Мы сейчас с этой серии, вот сейчас, какая-то серия, это 45-я серия. Ребята, я вам даю слово. Вы можете верить, вы можете не верить, но я знаю уже систему Пиксельмона. Когда спавнится первая легенда, 100% после этой легенды будет спавниться еще. Спавн легенд был активирован. Сейчас в этой серии или в следующей серии кто-то с легенд заспавнится. Ребят, я вам даю слово, то, что в следующей серии у нас уже будет легенда. Вы мне можете не верить, но я вам даю слово, то, что в следующей серии у нас уже будет легендарный покемон. Я сейчас вот даже тут буду летать немного, и вы увидите, что может даже еще в этой серии у нас кто-то заспавнится. Я не говорю, что в принципе 100% в этой серии кто-то заспавнится, но в следующей серии легенда у нас будет 1000000%. Я вам, ребята, обещаю. От меня тут ничего не зависит. Я не могу их взять и просто заспавнить, потому что, ну, это будет читерство. Но я вам даю слово, то, что легенда заспавнится сама по себе. Вы это увидите и сами будете даже удивляться. Мол, ни хрена себе. Эдисон реально говорил, то, что у нас все-таки будет легенда. И легенда реально заспавнится. Неважно какая. Может Мью. Может сейчас тут Райкоу заспавнится. Или я не знаю. Вот сейчас мы пойдем Апсола посмотрим. Да, потому что я в предыдущей серии сказал, то, что мы пойдем в этой серии еще посмотрим Апсола. Потому что в предыдущей серии я хотел словить, так как многие подписчики меня просили это сделать. Но, к сожалению, я его случайно убил. Но в этом ничего такого нету. Мы еще пойдем посмотрим. Но я вам, ребята, честное слово говорю, то, что в следующей серии у нас уже будет легенда 100%. И у меня есть такое ощущение, что это будет Гроудон. Я не могу с этим ничего сделать, нам нужно просто летать, просто смотреть и просто надеяться, то, что все-таки кто-то у нас заспавнится. Сейчас мы быстренько пойдем посмотрим Апсола. Быстренько, сейчас, давайте вот эти еще горы пролетим, потому что горы тут реально большие. Если никого, значит никого, значит придем днем. Может даже еще в этой серии у нас кто-то будет. Или сейчас просто-напросто пойдем, и у нас тут Энтей заспавнится. Extreme Hills. Во, Энтей, выходи. Выходи, Энтей. Мы знаем, что ты где-то тут. Вы же с Райквазой сговорились. Я знаю, что ты где-то тут, зараза. Прячешься где-то тут в кустах нафиг, вот этих зимних. И я знаю, что ты сейчас вылезешь. Ты сейчас 100% вылезешь.
Я бы хотел надеяться, да? Если не ты, то тогда 100% мы сейчас... Так, сейчас сначала Апсола нету. Если не ты, то 100% мы сейчас пойдем, и кто-то да все-таки вылезет. Ребят, смотрите за Апсолом. Я бы хотел хотя бы его словить. Если у нас не получится словить какого-то другого покемона, то хотя бы Апсола. В смысле, легенды, да? Все-таки Тропинча мы уже словили, это, ну, хотя бы утешительно можно. О, вот. Я тебя не упущу. Только не убейся, пожалуйста. 49 уровень. Охренеть. 49 уровень, это дофига, да. Его еще убить нужно. Он какой-то слишком ватный, что ли, то есть мы как-то его слишком, мы его практически убили с двух ударов, это как-то чересчур. Но все же, ребята, вы меня просили словить Апсола, значит, я сейчас пытаюсь словить Апсола. Да, Апсола, подсела какого-то. Это круто, все, ребята, я выполнил вашу просьбу, я надеюсь, то, что я вас удовлетворил. Ребята, я вас удовлетворил вас, ну, по крайней мере, хотя бы там девушек, да? Но все же, я надеюсь, то, что да, конечно, Страйкваз вообще подстава, но ладно. Лучше забудем, честно. Кто у нас еще ночью может заспаиться, чтобы прям по полной программе испытать ночь? Если мы сейчас кого-то заспавним посреди ночи, как... какую-то вообще легенду, это будет очень офигенно. Я бы, если честно, хотел еще найти... О, еще один Сивайпер. Я прям бы нереально сейчас хотел найти... давайте я сейчас еще спущусь вот сюда. Хотел бы найти океан? Ну, ребят, прикиньте, мы до сих пор даже не нашли ни один океан. То есть в океане может заспавниться до трех покемонов. То есть если мы будем находиться где-то возле берега... А знаете что? ТП 5000, 75, 5000. Нет, я помню, я что-то случайно нажал, какой-то телепорт случайный. Вот, мы прям, пацаны, офигеть. Вот сейчас тут может заспавниться Суйкун. Потому что в океане есть три варианта спавна покемонов. Или Лугия, где-то на каком-то острове, да, или где-то... Она не спавнится в небе, хоть это и птица, но она не спавнится в небе. Кьогр, да, который также будет под водой. Но вот это, ребята, Кьогр... С Кьогром будет такая же ситуация, как и с Райквазой. Он будет сразу же убегать, он сразу же будет плыть, куда будут глядеть его глаза. Куда только глаза О он направит, туда он сразу же и будет бежать. В ту же секунду. Его очень сложно будет словить, его очень сложно будет догнать. Его вообще, во-первых, его очень сложно будет вообще заметить, потому что он находится под водой, это не так-то и просто, да? Поэтому это будет очень сложно. Вот мне кажется, самый простой такой покемон, это, наверное, все-таки будет... Да почему я, твою мать, продолжаю каждый раз выкидывать Скармори? Я не хочу сейчас Скармори, дайте мне выкинуть Драпиона, не бесите меня уже, пожалуйста. Самый оптимальный вариант, мне кажется, это будет... Это будет Суйкун. То есть, он заспавнится на острове, он заспавнится... Ни хрена себе. Он заспавнится на пляже, да, потому что Суйкун, если вы не знали, Суйкун спавнится на пляже. То есть... Его будет очень просто заметить. Прям нереально просто его будет заметить. Поэтому, ребята, все-таки будем надеяться. Будем надеяться, но все же... Давайте мы быстренько домой пойдем. Быстренько домой поспим. И кто у нас может поутру засваиваться? Вот сейчас мы пойдем Суйкуна попробуем поутру словить. Я не успокоюсь, ребята. Как я уже вам только что сказал, в следующей серии у нас будет легенда. Я даю вам свое слово. Неважно, может это будет... А хотя нет, смотрите, с шейдерами намного проще будет увидеть того же заразу Кьогра. Потому что с шейдерами вы видите, ребята. Но знаете, в чем прикол? Как только у нас, если заспавнится Кьогр, в ту же секунду нам нужно будет... Вот давайте сейчас прям тут нужно чекпоинт поставить, да, вейпоинт, чтобы мы знали.
В ту же секунду нам нужно, знаете, что будет? Нам нужно будет включить день, потому что днем мы хотя бы сможем его заметить. А прикиньте, вот ночью мы его, ребята, даже не сможем заметить, мы просто упустим еще одну легенду. Я не знаю, тут остров пускай будет, потому что это остров. Поэтому, ребята, мы сразу же включим день. И после этого мы хотя бы его сможем заметить, где он, зараза, бегает, плавает. Это мы уже более-менее знаем. Что слуги с Суйконом, я не знаю, то есть, посмотрим. Но, ребят, честное слово, я еще раз повторюсь, в следующей серии у нас будет легенда, я вам обещаю. Вот, хотите увидеть, хотите все-таки действительно убедиться, ребята, в том, что я предсказатель. Вот смотрите, мы тпхаемся сюда, вызываем Скармори, летим вперед вот туда. В течение 3 минут у нас заспавнится Гроудон. Сейчас вы, ребята, увидите. У меня прям есть такое ощущение, что сейчас... Да, было бы вообще круто, если бы ты еще не лагал, твою мать. Ладно, сейчас. Так, ребята, вот мы тут. Вроде все нормально, покемоны кидаются. Кидаются. Сейчас нам уже, в принципе, нужно будет заканчивать серию, потому что серия уже длится очень долго. Я очень расстроен по поводу легенды, ребят. Я бы реально хотел вас попросить прощения. Ну, просто извиниться, то, что, ну, я не смог ее найти. Был бы у нас покердар, вы бы знали, что я бы 100% нашел. Но, к сожалению, я не смог ничего сделать, потому что, как только я понял, как только я хотя бы нашел тот биом, где заспавнилась Рейкваза, мне кажется, она уже давным-давно уже где-то на другом конце света была. Поэтому, ребята, я прошу прощения. Но сейчас заспавнится Гроудон. Ларвеста уже заспавнилась, значит, сейчас заспавнится Гроудон. Грудоша, пожалуйста, спаси нашу серию. Потому что многие, мне кажется, расстроились из-за того, что мы не словили Райквазу. Не то, что даже не словили, мы ее, если честно, даже не увидели, где она была. Поэтому, пожалуйста, Грудоша, мы тебя все очень сильно просим. До конца серии, я не знаю, тут остались считанные минуты, мы, в принципе, уже будем заканчивать. Ребята, не забываем, как я уже вам сказал, сегодня в 5 часов вечера по московскому времени выйдет еще одна новая серия, то есть второе видео за день. Ребята, не забываем, поэтому не расходимся, ждем, через несколько часов выйдет следующее видео. Да, поэтому смотрите, я вас, ребята, всех приглашаю. Вот сейчас, ну мы еще сейчас немного полетаем. Сейчас мы еще где-то побудем, вот тут немного. Сейчас мы вернемся в тот биом, где у нас заспавнилась Рейкваза. Вот сейчас, ребята, смотрите. Сейчас мы вернемся в тот биом. Где-то было, это было вот тут, да? Да, это было вот тут. Я помню эту сокровищницу. Где-то было, в какой-то стороне было. Мне кажется, где-то туда. Вот где-то вот сюда. Сейчас будет спаун, ребята, я вас уверяю. В течение 2 минут у нас заспавнится Гроудон. Я бы хотел в это верить. Посмотрим. Сейчас, ребят. Вот тут будет спаун Гроудона. Смотрите. 1, 2. 2,5. 2,5 и чуть-чуть. Пожалуйста, Гроудон. Спаси нашу серию. Но все-таки я знаю. И, ребят, я знаю то, что спаун легенд был активирован. И хоть в этой серии он может, в этой серии может сейчас и не будет спана, но, как я вам уже обещал и сказал, в следующей серии у нас будет 100% новая легенда. Я буду летать, я буду искать, но вы увидите то, что новая легенда заспанится. Неважно, кто это будет, мы тут будем даже продолжать летать. Может, это заспанится Хох, вроде он тут, вроде в этом спанится, в этом биоме вроде спанится, как я знаю. Или Райкоу, который заспанится тут в саванне. Или тот же Гроудон, который заспанится вот тут в Desert Hills, если мы сможем найти. Вот сейчас мы вернемся. Твою мать. Нам везет... Да. Я хотел сказать, нам везет, но нам везет не на то, что нужно. Нам везет не на то, что нужно. Кого мы нашли в этой серии? В этой серии мы нашли Шайни Тропинча, в этой серии мы нашли Шайни Нумила. Но не того, кто нам нужен. Не того, кто нам нужен. Мы еще и Апсоло нашли. Но не того, кто нам нужен. Твою мать. И как я замечаю, у нас уже начинают тратиться квикболы. Очень быстро. Мне кажется, нам... Ребята, знаете что? Мне кажется... Ой, зачем я кинул даскбол, твою мать? Нам нужно...
А сейчас будет делать не квикболы. Логика. То есть с 5 квикболов я его не словил, но зато даскболом посередине дня я его словил. Логика зашкаливает, логика выше крыши просто. Я случайно кинул, я еще раз, ребята, вам даже сказал, то, что я случайно его кинул, но он словился. На то, что нам нужно, на то, что нам нужно везение, да, чтобы легенда, которая, по сути, уже заспавнилась, даже не то, что просить, чтобы, пожалуйста, чтобы легенда заспавнилась, не то, чтобы даже просить. А легенда уже заспавнилась, но мы ее не могли увидеть, где она заспавнилась. Вот это, наверное, самый большой облом, который может только существовать. Но зато Шайни Тропинч и Шайни Нумел в одной серии. Охренеть просто, ребята, честное слово. Не смотрите на... Вот сейчас... Вот это, красные точки, это не босс, ребята. Вот на карте есть вот такие небольшие красные точки. Красные точки — это вещи, которые валяются на земле. То есть выкинутые, выпавшие вещи, которые валяются на земле. Это красные точки, это не боссы. Потому что я помню, там было несколько людей, которые мне доказывали то, что... Ребята, я же вам говорил. Только нам сейчас его еще найти. Если мы его сейчас не найдем, я не знаю, нахрен. Я тут разобью все, что вокруг меня будет. Грудон большущий, как... Не знаю, хер там кого-то. Если мы его не заметим. Твою мать, если я не замечу Гроудона, это как смотреть, я не знаю куда, в небо и не увидеть там, я не знаю, солнце, да, или там луну посередине ночи. А я уже не говорю то, что, как, например, ту же Рейквазу, да, там, иголку в стоге сена. Это, твою мать, Гроудон. Это самый большой покемон, который существует в моде. Пожалуйста. Я вам, ребята, на протяжении всей серии читал там морали, грыз нервы, но все-таки я знал, что это почему-то произойдет. Я знал, что Гроудон заспанится. Только в какой, извиняюсь, жопе черной он заспанился, что я его не вижу? Опять где-то за 30 тысяч километров от нас. Опять где-то на другом конце света в Майнкрафте. Твою мать! Я почему-то опять начинаю чувствовать, что мы сейчас его прострём. Ну почему он пишет в чат, что он заспамился, а он где-то в жопе спамнится, турецкой? Твою нахрен бородавку, да где ты ходишь? Что это за хрень? Легендарный покемон заспамнится в Desert Hills. Desert Hills. Это нахрен самый большой... Твою мать. Твою мать. Да я буду париться. Твою мать. Я просто не хочу просрать второго легендарного покемона за одну серию. Он тут? Или он уже тоже пропал? Твою на... Твою Наташу, а? Не знаю какую, заворотнюк. Я просто сейчас не знаю, что нам делать. Я не знаю, где он, паскуда. Мне кажется, он уже 100% пропал, пока мы его вот сейчас искали. Я не хочу летать куда-то далеко, потому что я уже забуду. Я уже забыл, а не то, что забуду, путь назад. И как это, твой... Это только я, наверное, могу просрать двух легенд за одну серию и не то, что не словить их, а просто не увидеть. В какую же... Твою мать. Твою мать, ребята, я еще 2 минуты летаю, я его не вижу. Эдисон.
Как бы вы в курсе. Ребят, это не моя вида. А что я могу сделать? Нахрен. Вы даже видите то, что я на крайние меры пошел. Ни хрена себе, у нас тут дом даже рядом. Вы даже видите то, что я на крайние меры пошел, и то, что я даже включил гейм-мод. То, что, чтобы я даже удобнее летал, чтобы я его смог найти. Он где-то нахрен возле нашего дома, может, перед порогом заспамился. Я не вижу, хоть вы убейте меня. Я не вижу его. Твою мать. Где он? Паскуда, ты жирно жопая. Ребята, его меня уже бомбит нереально. Нам, наверное, уже стоит просто заканчивать серию, я иду спать. Это самая тупая серия, которая, наверное, была в моей жизни. Это самая тупая серия, которая была в моей жизни. Ну где ты, тварюга, ты охренеть просто. Ты, может, ты в пещеру, зараза, жопастая, залез, я не знаю. Я не знаю, честно. Где он нахрен может... Мы облетали все, что можно только вокруг. Мы облетали все, что у нас было только вокруг. Покехил на всякий, я не знаю, зачем просто нахрен. Я не знаю, где он нахрен спрятался. Твою мать, а. Я не знаю. Я не знаю. Ребята, кричите, не кричите. Я не могу ничего сделать. Я не знаю, где он заспанился. Я не знаю, где он. Я не знаю, куда он пропал. Все. То есть... Я не знаю. Честное слово. Просто не знаю. Может, я его не... Хотя, если... как я его не мог увидеть, если это самый большой покемон, который существует в этом моде. Не знаю. Не знаю. Ребят, мы, наверное, уже будем на этом заканчивать. Я не знаю, может, мне нахрен просто не выкладывать эту серию, хотя если бы так поздно не было, я бы, наверное, ее перезаписал. Ну, вот это самый большой покемон, да, то есть, как я... Ребят, мы тут пролетали вообще? У меня уже просто-напросто даже сил на эмоции нету. У меня нет. Я, ребята, за эту серию вычерпал все эмоции, которые у меня были на год вперед. Иди сюда. Ловись. Иди нахрен. Ребят, я снимаю наушники, с меня с этой серии хватит. Я извиняюсь, я уже реально даже устал. У меня просто нету сил, честное слово. Я не знаю, как это вообще нахрен все... Как это все сделано в этом пиксельмоне? Они с каждой версией все больше усугубляют вот этот спаун-леген. Твою мать, да я тебе... What the fuck с этой... Что... Что это за хрень? Откуда у меня два шайни тропинши, если я словил одного шайни? Иди сюда, Нумил. Где Нумил? Нумил, иди сюда. Ребята, нате вам Грудона, смотрите. Давайте, пожалуйста, заканчивать. Я не знаю, это самая конченная серия, которая у меня была за всю жизнь. Я вообще не знаю, что сейчас происходило. Я не хочу просто себе больше мозги взрывать. Я не хочу вам взрывать. Ребят, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Я не знаю, думайте, что хотите. Я читерил, не читерил. Я не знаю, кто это вообще дебилоид может просто-напросто полный подумать. Но, ребята, 1000 лайков, завтра выходит новая серия. Я больше вообще не хочу иметь дело с этими легендами. Пускай они идут просто в полную жопу. Но, как я сказал, я знаю технологии вообще этих спан-легенд. Если одна легенда спанилась, значит, следующая заспанится в ближайшее время. Вот, потому что...
тут так настроены легенды. Ребята, 1000 лайков, завтра выходит серия. Не забываем оставлять свои комментарии. Я буду очень сильно рад, если вы их оставите. Я постараюсь на них ответить. Также буду очень сильно рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Ребят, я извиняюсь, что уже так тухло, но у меня просто реально уже даже сил нету. Ни единственной эмоции, чтобы просто-напросто что-то с выражением сказать. Ребят, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.